Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что кликнули, спасибо, что собрались на обжираловку. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что смотрите каждое мое видео, мне очень приятно. Если вы до сих пор не подписаны, пожалуйста, я вас очень прошу, подпишитесь на мой канал. Давайте добьем мне 180 тысяч, и у меня есть в планах очень интересный мукбанг. Завтра ко мне придет подписчица, а сегодня мы кушаем вдвоем. Только я и вы. И все. В общем, сегодня у нас Макдональдс, мой любимый. Я взяла 3 бургера. Один с макчикеном внутри. Не помню, как он называется. Обычно классический, самый дешевый. Луковые кольца. В этот раз они прям хорошенько обжарены. Прям, знаете, так смачно. И, конечно же, наггетсы. Здесь кисло-сладкий соус. И давайте приступим, потому что я очень сильно хочу кушать. Не знаю, смогу все съесть или нет. Давайте приступим. На видео с пончиками, вы помните, когда я только ставила камеру, я там угорала над Твиксом, я говорю Твиксу, ну не делай. В общем, где-то последние 10 дней я постоянно борюсь с проблемой. Твикс идет и пьет воду бабушке. Бабушкам ненавидит кошек. Ненавидит. И Твикс не исключение. Когда Твикс только заходит в ее комнату, она сразу его выгоняет. Ну, просто человек не любит животных. Точнее, животных любит, собак любит, но именно кошки ее раздражают. И как-то один раз я вижу, что Твикс пьет из ее кружки. У нее всегда на столе лежит кружка, и там вода, она каждый раз пьет таблетки, там, по часам. Например, в этот час нужно выпить вот эти таблетки, потом через полчаса другие, и каждый раз, чтобы не бегать на кухню, у нее там всегда стоит вода, и всегда наполненная кипятком. Не то, что кипятком, кипяченой водой. У Твикса есть своя вода. Я не понимаю, в чем прикол каждый раз ходить и пить воду бабушки. Один раз я увидела, думаю, все, сейчас бабушка увидит, будет скандал. Я вылила воду, помыла стакан, налила другую воду. И все, Твиксу тоже объяснила, поругала его, что нельзя пить из стакана бабушки. Причем у меня стаканы лежат, не знаю, на комоде. Он их не трогает. Именно вот бабушкина вода ему очень интересна. Потом второй раз. Опять смотрю, у него в миске полно воды. Ему, наверное, нравятся вот эти приключения. И сегодня утром я слышу, как бабушка начала ругаться на Твикса. Быстренько подбегаю в комнату, и бабушка такая, прикинь, говорит, он пьет из моей кружки. Я такая, да ладно, как он мог? Типа, я не знаю. Я не понимаю, в чем прикол, как будто он, знаете, назло делает из-за того, что бабушка его не любит, и он типа такая ответочка. Бабушка говорит, лежу-лежу я, и вдруг вижу, точнее слышу капание воды. Она говорит, я не сразу догнала, что происходит, я подумала, что откуда-то течет вода. Поднимаюсь, смотрю, ничего не вижу. Потом обратила внимание, что, оказывается, Твикс сидит на столе и пьет из моей кружки воду. Бабушка сразу разозлилась, накричала на Твикса, он сразу убежал. Сколько не объясняю этому животному, что нельзя заходить в бабушкину комнату. Вот что ему скажешь, нельзя, он туда и стремится.
Я помыла кружку бабушки. Предложила ей купить новую кружку. Уж я не стала ей рассказывать, что Твикс уже 20 дней пьет из своей кружки. Реально очень смешная ситуация. Я прям столько смеялась. Но смеялась у себя в комнате, чтобы не разозлить бабушку. При бабушке я делала вид, что впервые вижу такое. И мы нашли альтернативу. Мы просто теперь на кружку бабушки кладем тарелочку. Чтобы даже если там бабушки нету, никто не видит, он не мог попить оттуда воды. Знаете, я бы поняла это животное, если у него у самого в миске нет воды, он пошел попить у бабушки. Я говорю, а как он понял, что у тебя здесь вода есть? Бабушка тут начала, видать, не первый раз пьет. Я говорю, да нет, бабушка, не наговаривай, говорю. Я лично никогда не видела, чтобы он пил из твоей кружки. Возможно, для нас с вами это ерунда, но для человека, который не любит кошек, это трагедия. Обожаю фастфуд. Обожаю. Вот такая вот у нас ситуация. Бабушка рассказывала, что лет, наверное, 30 назад мой дед купил где-то котенка и привел к ним домой. Этот котенок просто, извиняюсь, написал, накакал прям везде воняло, и бабушке пришлось его отдать. И она и в те времена не любила кошек, просто была вынуждена, так как слово деда было закон. Вообще в те времена, что мужчина сказал, так и должно было быть. То есть у женщины особо не было права голоса. Любое слово мужчины. Даже вот иногда бабушка рассказывала. Если, например, у жены не получается родить ребенка, спокойно брали вторую жену. И жили все вместе. Я просто не понимаю, может, стоит развестись с этой и жениться на другой? Бабушка рассказывает, что первая жена, она не была согласна на развод. Пусть даже соперница будет жить вместе с ними, но зато она будет жить в семье. Настолько семейные ценности это были высокие, так скажем. В то время разводов вообще не было. Сейчас все разводятся. Не успели пожениться, уже все. Разошлись. Напишите в комментариях, пожалуйста, кто сейчас в отношениях и сколько лет вы вместе. Особенно те, кто долго вместе. Меня восхищают всегда такие отношения. Надеюсь, что мы тоже с моим любимым очень долго будем вместе. До смерти. Бабушка всегда говорит, что как бы ты ни выбирала, как бы ты ни старалась один раз выйти замуж и все навсегда, это зависит не от тебя. Если тебе суждено, то так и произойдет. У нас в деревне есть соседка, она 5 раз была замужем, 5 раз развелась. Очень красивая. Она в возрасте моего отца, выглядит потрясающе. Голубые
голубые глаза. Очень-очень интересный человек, интересный собеседник. Но не получается у нее каждый раз. 5 раз официально была замужем. И прям с такой шикарной свадьбы выходила замуж, а потом, к сожалению, ничего не получалось. Мама в лифте сегодня, соседка, спросила: скажите честно, Айка знала про то, что вы снимаете пранк? Представляете, соседи меня смотрят. Это очень приятно, это очень мило. А еще я сегодня хочу снять видео Get Ready With Me. Потому что я сегодня собираюсь кое-куда. Выложу, наверное, уже завтра. Но снять хочу сегодня. Хочу смыть макияж, сделать мейк, сделать прическу, выбрать наряд и все это в видео. Надеюсь, что вы зацените. Знаете, я хочу разнообразить свой контент. Хочу, чтобы были и мукбанки, и просто мукбанки, мне кажется, немного надоедает. Лучше как-то разбавлять. Хотя другие мои видео не настолько хорошо просматриваются, как мукбанки. Все равно, мне кажется, разбавлять надо. Какие-то кусочки жизни, влоги. Еще я хочу снять готовку вместе со мной, как мы с вами идем в супермаркет, покупаем продукты. То есть это не будет просто рецепт, как у мамы. Это больше будет какой-то влог с готовкой. И не прям рубрику устроить, а просто одно видео. Так рано темнеет. Но, слава богу, я уже разобралась с освещением. Сейчас мне нравится, как получается с искусственным освещением. Раньше получалось ужасно. Потому что я ставила ring light прямо рядом с камерой. Теперь я ставлю чуть подальше, и вы знаете, даже освещение больше, когда он стоит чуть подальше. Здесь у меня просто вода. Мы же худеем. Ну, такая простая булка, она не очень вкусная. Но стоит очень дешево. Очень. И последний кусочек. В общем, постараюсь как-то качественно для вас снять Get Ready With Me. Потому что я сегодня собираюсь. У меня у подруги сегодня день рождения. Но она не отмечает, естественно, из-за коронавируса. Просто хочется сходить ее поздравить. Какое-то внимание, так скажем. Не думала, что смогу съесть 2 бургера, 9 наггетсов.
и 6 луковых колец. Но было очень вкусно. На этом все, мои хорошие. Обязательно подписывайтесь, помогите мне, пожалуйста, добить 180 тысяч. Только с вашей помощью мне удастся это сделать. Если вы все равно смотрите меня, пожалуйста, подпишитесь. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Пока.